Порча в тому, що ми віддалені друг від друга. Ми віддалені нашою егоїстичною природою, в нас присутствующей. Есть сила света, которая влияет на нас для того, чтобы нас сблизить друг с другом. Если мы не исправлены, и свет действует на нас каждый раз все больше и больше, постепенно, поэтапно, вызывая наше сближение, что мы чувствуем под воздействием света? Страшное страдание, потому что мы не хотим сближаться. И тогда мы чувствуем страшное страдание. Мы начинаем воевать, конфликтовать. Вещи ужасные. Хотя свет приближает нас, сближает нас все больше и больше, как мы видим в нашем мире, мы сближаемся все больше и больше, каждый день, все человечество. Но не хотим этого. Мы даже посмотрите, сколько у нас есть средств связи, мы становимся еще более большими индивидуалистами и желаем отдалиться друг от друга. То есть власть небес действует на нас так, что мы обязаны сблизиться. Но при том, если это сближение происходит вынужденно под воздействием выше, мы не хотим этого, поэтому страдаем, но вынужденно так или иначе сближаемся. И это сближение приводит нас к конфликтам вплоть до войн. Так работает власть небес. Власть земная, если мы понимаем направление нашего развития, что мы вынуждены, все равно должны будем сблизиться, и тогда мы добавляем себе меру связи, которая не вызывается ударами, когда мы вынужденно обретаем разум и начинаем исправлять нашу природу. А мы заранее, используя методику исправления, которая называется наука Каббала, только с помощью нее мы приближаем свет, возвращающий к источнику, и этот свет возвращает нас к источнику, к добру. С помощью него мы способны к связи. И тогда мы идем вперед, развиваемся, и под властью небес, которая действует на нас, приближает нас, сближает друг с другом. Но в этом сближении мы уже не входим в войну, а в этом сближении под властью небес мы делаем исправление с помощью земной власти. Наше исправление, когда притягиваем свет, возвращающий к добру, и тогда мы входим в хорошее соединение. И мы выигрываем в несколько раз. Первое, мы не идем медленно, как под властью небес. Второе, мы избегаем страданий, тех неприятных соударений, вплоть до больших страданий, когда свет, сближая нас, нам дает. Мы, то есть это короткий и приятный путь. Это то, что происходит, если мы используем свет, возвращающий к добру, и он исправляет нас настолько, насколько мы друг с другом сближаемся.